Господин Миронов, здравствуйте. Добрый день. Мы рады снова поздравить вас с тем, что вы ваша политическая карьера теперь снова на взлете. В принципе, она никогда не испытывала в данном случае падений. Теперь у вас в руках огромная власть, законодательно оформленная, принятая парламентом. Что вы могли сказать депутатам Верховного Совета, которые единогласно решили наделить вас этой властью? Я, во-первых, хочу поблагодарить Верховный Совет за поддержку. Без этого работа была бы невозможна. Я считаю, необходимо в первую очередь согласовать работу обеих ветвей власти, чтобы у нас не было никаких противоречий, мы шли вместе. Потому что решить насущные проблемы республики, конфликтуя, особенно по мелким поводам, которые то, что происходило до этого, невозможно, не нужно, немыслимо, просто вредно. Я думаю, что сейчас мы сможем выстроить конструктивную работу. Ну, впрочем, у нас это уже получается. Вы видите, что законопроекты идут неплохо, есть заранее согласовываются позиции, конфликтов сейчас у нас нет. Результаты повторного голосования в вашу пользу, я имею в виду не повторного, а единогласного голосования в вашу пользу. Там Бальчика воздержалась, два были против. Да, тем не менее, практически целом, да, подавляющее большинство. Некоторые говорят, что это некоторый итог каких-то переговоров. Ничего страшного я там не вижу, закулисных, возможно, политических переговоров властей, исполнительной власти и законодательной. Вы можете это как-то прокомментировать, если, естественно, желаете. Ну, политика – это всегда переговоры и договоренности. Ну, на самом деле, я просто высказывал свою позицию, и она в основном находила поддержку. Я не предлагал ничего такого, что могло просто показаться там странным депутатам Верховного Совета. Мы говорили о развитии региона. Это наша общая цель, поэтому переговоры нашли на эту тему. И последний вопрос. Ваши ближайшие шаги в этом новом качестве? Теперь у вас нет приставки ИО. Ну, я из приставки ИО еще в качестве руководителя администрации уже вникал во многие вопросы. Я же не сегодня приехал в республику и не сегодня начал работать. Поэтому то, что я делал, я буду продолжать. Но теперь просто у меня будет легитимное основание для того, чтобы уже более плотно погружаться в более широкую повестку, чем это было в компетенции руководителя администрации. Не более того. Но эти задачи я и так перед собой ставил. Даже если бы мы, например, не выходили на сессию Верховного Совета, не проводили бы вот эту реорганизацию администрации, все оставалось бы как есть, все равно круг вопросов был бы на самом деле таким же. Потому что это те вопросы, которые сейчас необходимо решать. Мы от них все равно никуда не уйдем. Благодарю вас за это блиц-интервью. Спасибо.